В фельдшерско-акушерские пункты поселков Центральная Софиевка доставлены рециркуляторы. Леонид Пасечник обещал помочь с их приобретением во время рабочей поездки в Перевальский район. Результат не заставил долго ждать. Уже сейчас новое оборудование в работе обеззараживает воздух, не прерывая процесс приема пациентов. Мария Мотус продолжит. Приобретение рециркуляторов – один из тех важных вопросов, что давно беспокоил жителей поселка Центральный. Желание быть услышанными воплотилось во время поездки главы республики на Чернухинскую птицефабрику. На сегодняшний день могу с гордостью сказать, что вопросы решаются настолько быстро, что мы не успеваем получать подарки. Поэтому хочу сказать огромное спасибо главе республики, его команде за оказанную помощь, за то, что нас слышат. И всячески пытаются нам помогать. Это дорогого стоит и дает нам и веру людям в то, что мы строим республику и у нас действительно все получится. Очередная просьба нашла свое решение. Уже сегодня фельдшерско-акушерский пункт поселка Софиевка получил долгожданный рециркулятор. Екатерина Николаевна, принимайте подарок, который нам сделал глава республики, чтобы вам, вашим ФАПе было приятно и комфортно работать. Аналогичное оборудование получили и в ФАПе поселка Центральный. Так как мы обслуживаем много деток и пожилых людей, нам очень необходим рециркулятор. Огромное спасибо главе республики за оказанную помощь. Общение с жителями и решение их проблем всегда были на особом контроле у Леонида Пасечника. И переданные рециркуляторы – очередное тому подтверждение. Мария Мотус, Вести, Луганск, 24.